написать песню, которая была бы, в принципе, в его стиле. И очень вдохновила меня песня, которая называется «Pick Yourself Up». Соберись, сделай глубокий вдох и начни все сначала, называется песня. Но я написал тоже с философским контекстом. Хочу поделиться с вами своими наблюдениями того, что я понял, что если ты хочешь действительно что-то изменить в мире, то нужно искать все-таки это в себе. И на самом деле вся вселенная, всю вселенную можно познать через себя. Да, я вот люблю и увлекаюсь разными интересными духовными направлениями, вернее, направлениями поиска духовного, я думаю, очень близкого, Саша знает, мы с ним об этом много уже говорили. Или, ну, не так много, но еще поговорим, это точно. Поэтому очень, я вот знаю, что Саша точно вам сейчас понравится эта песня. Называется она «Если бы знали все». Если бы знали все, как устроена жизнь, то перестали бы жить в ожидании немых песен. О, как бы добры были люди друг другу, вовсе не зная зла. Но в этом мире нету такого, как же найти тогда? А ты начни искать в себе дыхание звезд, галактик и планет. Почувствуй сердцем, что любишь тот мир, в котором ты живешь. И тогда есть шанс, что откроется раз. Сердце подружится с ним навсегда. О, если б знали все это, живут бы легче тогда.
Все перестали бы жить в ожидании немых песен. О, как мы добры были люди друг другу, вовсе не ставя зла. Но в этом мире нет такого, как же найти тогда? А ты начни искать в себе дыхание звезд, галактик и планет. Почувствуй сердцем, что любишь тот мир, в котором ты живешь. И тогда есть шанс, что откроется разум, сердце подружится с ним навсегда. О, если б знали все это, о, если б знали все это, о, если б знали все это, живут мечта. Спасибо. Вот такие вот у меня впечатления и мысли сокрадываются.